Здравствуйте, это 5-я школа ТВ. Мы ведем репортаж с места событий, и сегодня день учителя. Мы хотим узнать, помнят ли об этом ученики нашей школы или простые граждане. Делаем это воздействие, ты сама, да? Видим первого человека, спросим же у него, какой сегодня день. Здравствуйте, какой сегодня день? Чё? Я спрошу вас, какой сегодня день? Чё? Какой сегодня день, ребята? Чё? Сегодня день, когда мы отожмём у тебя телефон, детка. Иди сюда. Что вам нужно? Это противозаконно! Я вызову милицию! Точно. Ну так какой сегодня день? Я не знаю. Какой сегодня день? Давайте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. А может быть, вы знаете, какой сегодня день? Но мы не знаем. Мы в салон опаздываем. Понятно. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Что такое делаете? Там двойки справляли. А вы хоть знаете, какой сегодня день? Нет. Сегодня же день учителя. Где моя жрачка? Говорила мама, учись в школе. Прошу обратить внимание, эти люди не сдали ЕГЭ в 65-м году. Давайте спросим у них, знают ли они, какой сегодня день. Здравствуйте, а вы знаете, какой сегодня день? Да, доченька, у нас сегодня пенсия. А вы, гражданинка, знаете, какой сегодня день? Пенсия у меня. Ну что ж, поздравляем их с пенсией и продолжаем дальше наш репортаж. Идем в магазин Брис и поинтересуемся, знает ли продавец, какой сегодня день. Ну что там? Извините, масло мы репортаж снимаем. Подожди, уделите мне масло внимания. Не принесли еще. Так. Уделите нам минуточку внимания, это телекомпания 5-я школа ТВ. А вы знаете, какой сегодня день? Чё? Я говорю, вы знаете, чем знаменателен сегодняшний день? Сегодняшний день знаменателен тем, что мне масло не везут уже 5-е сутки. И все. Юля! Юля, привет! Юля, посмотри хотя бы в камеру. Юля, ничего, что мы видео снимаем. Понятно все. Мы находимся в Рибинском доме культуры. И я хочу поинтересоваться у двух этих милых девочек. Здравствуйте, девочки. А вы, наверное, пришли записываться на кружок? Нет. А тогда... Понятно. Вы знаете, какой сегодня день? Да. Какой же? Дискотека! 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 Так что
Что вообще с ней? Может быть, вызвать врача? Какой сегодня еще день-то? Ребята, сегодня день учителя. Last night I let the party get the best of me. Waking up in the morning, two hoes laying next to me. Plus I heard an officer arresting me. Good weed and cold drinks, that's the motherfucking recipe. Nigga, and we roll deep.